Всем привет, ребята! Я Мегавольт. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Просто выживать. Еще у меня до вас есть одна приколбасная штучка. А точнее, музыка. Слушайте. Что-то слишком. Вот так, ребят, подойдет. Хотя нет, ничего. Во, все. Сейчас мы будем играть в Майнкрафт просто. Под музыку ходим. Ой, это не полить, пожалуйста. Давайте поплыли. Угу. Ребят, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам нравится это видео и эта музыка. Потом я буду уже с рэпом. Ну, точнее, ну да, типа рэп. Дамбо, например. Кто слушает Дамбо, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал снова. Так. Я, ребят, хочу найти для начала деревню себе. А в следующий раз, ребят, я буду снимать такой этот же мех, только с читерскими вещичками. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ребята, мне не нравится, кстати, песня, но я решил поэкспериментировать сейчас. Угу, копаем, копаем. Ой, ломаем. Ломаем. Это кто-то? Не, лошадь. Угу. Давай, ломаем. Еще одно дерево. Нокаут. Убиваем эту еще. Бежали. Я там видел, кажется, шахту. Кажется. Ага. Блин. Еще одна корова. О, нашел. Так, здесь не буду, пожалуйста. Вот здесь. Угу. Вот тут лучше. А выбраться как? А выберемся, ребят. Не переживайте. Все выполняется настоящим профессионалом. Профессионалом. За кого я обманываю? Я не умею проходить в Майнкрафт. Только если с читерскими вещичками такими. Я вообще ни разу не проходил Майнкрафт, кстати, ребят, к вашему сведению. Ну, скоро я планирую, ребят, начать проходить Майнкрафт. Например, для начала я хочу себе пройти просто Майнкрафт.
на легкой сложности. С бонусным сундуком из карты. Из деревни. Специально. Где есть портал. Вот, ребят. Погнали, короче, все. Теперь мы... Ладно, пошли. Я испугался. Ладно, давайте тут установим стучок на начало. Железка. Обожаю железку. А еще я больше люблю алмазики. И золото, чтобы торговать с пиглинами. Ну как так говорить? Бортовать или как-то. Вынос мозга, короче. Уголек можно, пожалуйста? Для уголь. Ребят, главное спокойствие. Не кипишу, деталь, не кипишу. Так, ребят, давайте. Ладно, сейчас мы добудем уголь, и я буду завершать уже. Хотя не, скрафтим печку. Ладно, успел. О нем? Нет. Ладно, ребят, всем пока. С вами был я, Мегавольт. Ставьте лукосик, лайк, то есть. Подписывайтесь. Подписончик, так скажем. Скайп еще можно назвать. Ай, ладно, сейчас я увлекусь. И сейчас я буду есть и прощаться с вами. Теперь это, кстати, мой скин, ребят. Всем пока. С вами был я, Мегавольт. Я кушаю сейчас. А это кто, кстати? Ариш, что ли? Ай, ладно. Всем пока-пока. С вами был я, Мегавольт.